смотри. Ну что, сейчас Олеган будет хвалиться, какой им подарок подарил. Вот, подарок подарили? Смотри, какой подарок он подходил. Вещь нужная. Да смотри. Жена меня его просто брала, а я ему подарил. Это когда так подарили? Жена, просто покупала. Ты отдал, да? Да, я ему отдал, а что? О, видал, какая вещь. Охеретовая. Вот это щипцы. Пассатижи там есть. Короче, ножик, ну все тут. Все приспособления. Ух ты. Охеретная вещь. О-о-о. Видал, какой отсват? Универсальный. Сватов, да ты вообще капитальный красавчик, а? Это рыбацкая вещь. Смотрю, ты и не жадный, да, так посмотреть? А что я буду жадить? Что? Молодец. Он мне ножик хочет подарить, я ему вот это. Во. И все, мы с ним поделились, становимся. Ну что, вы на солнце встали, иди сюда. У меня, смотри, Саня. Даже рыбацкие приспособления я показываю. Все с собой. Все с собой. Крючки, черви. Что там? Черви с собой. А ты умеешь рыбу ловить? Конечно, я рыбак. Рыбачок? Да, рыбарь, ты говоришь. А что, в любой луже поймаешь? Да, блядь, на бузовучку, на речечку. Я такие основные хочу, где ловится рыба. А вот, чтоб просто так сидеть, не люблю. А. Ну, тут уж по-всякому бывает. Раньше в Гуляевске постоянно ездил, у нас там, на Ваньске. Там карась такой вот ловил всю дорогу. Ну, он и сейчас ловится там карась. Вот знаешь, вот на рыбалку когда собираешься, блядь, лучше ехать одному, не брать никого. Я раз взял вид, ну, с ними тяжело. Один пищит, другой орёт. А когда один приехал спокойно, закинул удочку. Все верно. Я тоже не люблю, я люблю когда я один, спокойствие. Когда спокойствие. Ты тоже такой, да, Олег? Никто не мешает. В тишине, а правильно. Ты вообще рыбак, не? Да. Рыбак? Конечно. А на спиннинг любишь? У меня и спиннинг есть дома. Да, он из лодки ловил, с ребятами ездил. О, ничто. Так что я думаю, вы наловите уже. В ближайшем будущем много-много рыбы. Что-то у нас Иван еще в этом сегодня видать. Он приходил сегодня, когда косил. Заходил, да, когда я в больницу ходил, наверное? Да. Что там, как он себя чувствует? Ничего? Да я к нему не подходил. Он постоял, постучал, что никто не выходит, и вышел, и пошел. Что ты не сказал, что я ушел? Он, может, на линии. Надо было сказать. Он в сторону центра потянул. А. Ну, значит, на линии пошел. Подойдет, значит. Конечно. Ну, вы сейчас что, на отдых? Все, пока. Да, ну, сейчас отдохнем, чудок. И подойдем второй. Подойдете, да, с пилой? Конечно, обязательно, обязательно. Пила, секатор и сейчас топор, Олег. Все возьмем, Сань. Бензинчика найдете, да, вы в пилу туда? Это найдем, не проблема. Ты туши, смотри, а то... А тут раз я в кадре видел, у тебя задымилась там труба. Ничего. А яблоки где, Сань, да? Были. В этом году мороз побил. Здесь раз Иван собирал, да? Здесь, да. Здесь и вон там, вон там у меня. Хорошие яблочки, хорошие, но в этом году у нас вообще ничего. Все побило. Никаких фруктов, очень вкусно. Они зиму лежат тоже. Здесь вот падают, люди собирают, идут мимо тротуара. Да. И дальше идут. Вот такие вот дела, Генри. Ну, у нас немножко вот шли, что-то подломалось, ну ничего, сделаем, дальше будет работать. Триммер? А, ты думаешь, подломался? Да я тряду, что там подзатянусь. Болт просто, видишь? Болт выскочил. Ну, Олег же сказал, ничего страшного. Да она вот затягивает. Ну-ка. Болт, а где же болт? Чего же вы его? А мы найдем болт. У нас есть там вот болт. Сюда, да? Да, вот этот болт. А короче, так шатается сильно? Да, он, видишь, что? Короче, так косить еще нельзя, опасно. Он может выскочить просто. Да, лучше сделать сразу. Затянул, он крутиться не будет, будет стоять на месте. Ну, хоть успели у меня добить до конца. Да вот, ага, хоть. Бля, не, вот второй год, Сань, первый. Твой, да? Да. Второй с собой год. Привез оттуда? Оттуда, да, из дома. Ясно. Я тебе говорю, да. Сделай обязательно. Дверь, движок. Запчасти есть на него все. У этих заклинил, ребят, мы его будем делать. Олегана, триммер. А там сцепление. Короче, сцепление вот это вот, наебнулось там. Мы его, короче, разберем, там пузырька просто. Ну и взять надо мотоцикл, по-моему, собрать. Чтобы не коптил?
Не, он же заклинил его нахуй. Заклинил движок? Да, я его разобрал там. Поршневая, короче, его прибавил. Шаришь ты тоже мотоцикл? Поршневая. Ну а что, мы раньше мотоцикл разбирали. Только в коробках нет. В коробках. А у тебя был в детстве мотоцикл? Были. Какие? Восход, Ижспорт, да, был. Были мы мотоциклы. Олег, у тебя Ява, по-моему, была в молодости, да? Да. Чешка. Чешка? Слышишь, Саня, я помню, Олег, раньше учился. На Яве копоти давал. На мотоцикле учился был. Ездить, короче, жили. Релефан даже был? Да. Ого. Пятиступка. Ого. Пятиступочка? Это он тоже копал нормально, да? Там, я... Ижспорт был, да, Виталь? Да. Это, на Восходе, короче, учился ездить. Раньше, вот, садился на Восход. Прут залетает, прям нахуй на нем и выскакивал, блядь, резко оттуда. Как движок не вогнет, хуй его знает. Это что, Восход такой 2М или такой старого образца, еще такие были. Вот. Так что, вот такие дела. Ну да. А ты же не сказал, не в курсе, что триммер можно даже преобразить зимой снег хуярить там. Не разу сказал? Можно винт поставить к резиновой, да, лодке. К резиновой и снег, лодке. И снег хуярит. И резин... в воде можно. А, и в воде как движок. Да, 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 да. Моторная, да, лодка будет ебать. Друг можно. Завел и попер нахуй. Винт ставь. С него все можно. Даже на лицопед приспособили ставить. Торчки, да? Да, ну, движок. Мачки здесь есть у одного. Крепит, короче, цепь какую-то делали. Я видел. Ну а что вы не соберете из этого, из поведенного? Торчок. Соберем, да? Собери торчок из этого, да, старого. У вас, да, глянь, там сколько движков валяет. На новом будешь на выезд кататься. А на этом, ну, а на этом на торчке. Раз, раз и попер. А почему нет? Колеса ты тоже, да, Виталь, подзабил травой прям нормально. Да, колеса подзабил. Что, очистишь, не? Да ничего, они колеса съебать уже. Зато хорошо, ни щебенка, ничего в ноги. Ну, Олега попроще, он шлепков ноги помыл и все. Я сейчас. Вот. О, вспомни. О, дядь Володя. Вот тебе, пожалуйста. Сигарет надо дать. Здорово, дядь. Сань, здорово. Здорово, Владимир Иванович. Здорово. Че, сигаретку будешь? Ты где был, Иваныч? Дай денег. Денег дать? А. Да ерунда. Найдем, дядь Вов. А что надо, на молоко? Угу. Да на сигареты? Ну да. Да на квас? Я понимаю. 1000 рублей дашь? Да поищем сейчас. От Васька Балцевича тебе подгон. От души. На квас, на молоко, дядь Володь. Куда ж без него? Молочко это есть. Вы сейчас все домой, да? Да, Саня. Ну точно придете? Конечно. Ну все тогда. Звоните, Олег, пускай Санек набирает. Сань, тебе наберет тогда он? Да, да, да. Отдыхайте. А, и едем дальше. Че, детком сейчас за молоком пойдем? За молоком пойдем.